вспомнила клиентку, которая в свое время знатно потрепала мне нервишки. Началось все с того, что она на маникюре рассказывала, как наводит порчу на всех неугодных. Я сделала ей ногти, отпустила с Богом, а через несколько дней она написала мне с просьбой вернуть прах от ее ногтей. По понятным причинам я ей отказала, на что клиентка стала требовать с меня скидку, мол, верни мне половину стоимости маникюра. Короче, к чему я это все? Тогда я пилила за копейки, и такие странные ситуации периодически случались. Жаль, мне никто не подсказал, что чем ниже прайс, тем больше рисков. Если в этой истории вы узнаете себя, у меня для вас отличная новость. Школа Эми будет проводить бесплатный 3-дневный эфир. После него вы поймете, как сформировать полную клиентскую базу, а также получите топ-фишку плюс 30% прироста к доходу. Доступ к эфиру получат не все, так как места ограничены. Поэтому поторопитесь зарегистрироваться. Ссылочку оставлю в описании под видео и в комментариях. Обязательно поставьте лайк на это видео, если работа вам понравилась. А также не забудьте подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Всем пока-пока, увидимся в следующих видео.